устройства на Куринский завод низковольтной аппаратуры. В данный момент на производстве трудились люди, работала вторая смена. К счастью, обошлось без жертв. Людей удалось спасти. Нет раненых и пострадавших. Вовремя все эвакуировались. Но в результате этого жесточайшего теракта повреждены производственные площади. Полностью выгорел сборочный участок. Участок штамповки. Гальваническая линия. Склад сырья. Инструментальный цех. На данной площади трудилось свыше 300 человек. Наше предприятие является градообразующим в поселке Коренево, системообразующим предприятием Курской области. Региональные власти, исполняющие обязанности губернатора, не остались в стороне, обещают нам помочь компенсировать весь ущерб, нанесенный этими нелюдями, по-другому я не могу назвать этих людей. Также в адрес нашего завода на электронную почту поступают письма с угрозами о том, что мы русские и нас будут убивать. Цель этих зверей была запугать наших людей и как можно нанести больших жертв человеческих. Но им этого не удалось достигнуть. Уважаемые заводчане, нашему предприятию в следующем году, 14 апреля, исполняется 80 лет. Юбилейный год. Мы с вами ровесники Победы. Это очень знаменательно. Мы с вами выстоим. Я, как генеральный директор Коринского завода низковольтной аппаратуры, всем вам гарантирую, что никто не будет сокращен. Все останутся работать на своих местах. Полностью завод будет восстановлен. Нам это обещали. Исполняющие обязанности губернатора, федеральной власти, нас не оставят одних с нашей бедой. И мы с вами в скором будущем услышим звуки штамповочного цеха, забьется сердце нашего завода и продолжим с вами работать на благо нашей Российской Федерации, нашего поселка, нашего любимого Курского Соловьиного края.